Приветики! С вами Лиз, и мы продолжаем играть, или скорее развивать свой великолепный супермаркет. Что ж, приятного тебе аппетита, бери что-нибудь покушать, вкусняшки, и приятного просмотра. А то как тут можно, слушай, смотреть на такие прекрасные продукты и не хотеть кушать? Ну посмотри, какие пирожки, чипсики. Вот, начнем с чего? Можем начать день сразу. Вот так вот быстренько. Что ж, под прошлым роликом было много комментариев. Спасибо тебе огромное за поддержку, за подсказочки. Я все читаю, мне очень приятно. А была такая идейка повернуть этот холодильник, морозильник вот так вот. Вот так вот. Господи, это гениально. Это гениально. Я не знаю, почему до меня не дошло, но это гениально. Господи, гений. Ты просто гений. Тот, кто написал. Вот просто гений, серьезно. Посмотри, как красиво теперь смотрит. Смотри, теперь ничего не упирает. Господи, вот это красота. Вот это лепота. Вот это да. Ё-моё. IQ за 300 вылетело, все. Почему до нас не дошло это, я не знаю. Давай-ка сделаем заказик. У нас, в принципе, денежек более-менее нормально. И вроде как у нас лицензия подкрадывается потихонечку. Как бы... ветчина, сыр, говяжий фарш, выпечка, ветчина, лазанья, прошутто, куриная ножка. Я думаю, это будет большая часть холодильников. Мы это спокойно можем купить. Сода, сода, сода. Возможно, даже сегодня мы купим. Будет интересненько. Давай-ка я, слушай, пока кассу закрою. Подождите, пока идите вот к Димочке Лазареву, Билану Сергею Лазареву. И вот, разбирайтесь, хорошо? Все. Так, а сейчас мне бы сделать заказик. У меня нет перца. Во-первых, кстати, счета. Что у меня по счетам? У меня пипец. Давай-ка хотя бы вот так вот сделаю. Так, счета. Перец. Говорю счета и заказываю перец. А что это у меня? И мне, знаешь, сейчас мысль пробежала. Блин, это сейчас надо принести коробки. Но нет, мы не носим коробки. Больше мы коробки не носим. Это ж так потрясающе. Нам не надо носить никакие коробочки. Так, апельсиновый сок вроде. Ну, можно один. Я бы на самом деле экономила место. И начала бы вот так вот делать. Этого, думаю, хватит. Вот этого реально достаточно. Поэтому сок я больше тут не заказываю. Все, у них я больше сок не заказываю. Не хочу. Давай рожки закажем. Рис новый. Так, рожки. Рис. Три штучки даже. Так, что у нас еще есть? Это у нас есть. Ну, можно масло чуть-чуть заказать, в принципе. Ага, злаков у нас нету. В принципе, вообще нету злаков. Это я могу вот так вот сделать. Угу. Хорошо, все злаки. 4, 3, 3. Хорошо. Давай-ка злаки закажем. Злаки, так. Сколько заказала? Злаки три штучки заказала. 4. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Злаки имеются. Сусу у нас немного не имеется. Я бы сказала даже. Сусу по две штуки. Можно заказать кофе. Чай. Так. Сахарная пудра. Так. Ага. Чай. Вот этого вообще нет. Вот это один можно заказать. Кофе. Три. Дальше. Картошка имеется. Чипсы имеются. Пивасок. Пивасё надо заказать. Пивасё. 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 Два. Один. Готово. И еще один закажем. Так. Это у нас и в принципе есть. Можно турка заказать красного. Сода турка. Угу. Дальше. У нас соуса нету. Соли нету. Можно по этому заказать. Арахисовая паста и пирогов. Так. Арахисовая паста. Пироги. Пироги у нас какие? Светленькие. Светленькие нам нужны. 4 штучки берем сразу. Бочки. Я не помню, что у нас с бочками.
Бочек у нас, кстати, и нема. Так получается, здесь бочки. Одна вот эта стоит, коробка. А почему там одна коробка стоит? Бочка, 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 бочка. И одна такая коробка. Чего? С каких пор? С каких пор? С каких пор? Я думаю, здесь можно всего три бочки сделать. Ну, не знаю. Давай-ка, ладно, бочку. Покажем. Раз. Бочечка. Два, три. И вот эту одну закажем. И пойдет так. Пока не жалуются, что касса закрыта. Да, людей уже много стало. Давай откроем. Так, у нас по химии, помню, все плохо. Курицы нету. Курицы сразу штук 6. Курятина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Готово. Так, посудомойка. Посудомойка. О, да тут все плохо. Тут все плохо, боже мой. Так, посудомоечная. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Так, раз, два, три. И еще что-то. Очиститель. Очистителя нету. Очистителя нету. А, чистящее средство. Я не знаю, где оно мне стоит, это чистящее средство. Ага, вот здесь. Но мне это не нравится совершенно, что оно здесь стоит. Кассы переполнены. Все, я поняла, я поняла. Все, все, все. Я встала за кассу, я работаю. Хорошо, директор встал за кассу. Все, все, хорошо. Уговорили, мои дорогие покупатели. Вы уговорили меня. Так, 95 тебе надо дать? На. Вспоминаем будни кассира. Это очень прекрасно. Кстати. Кстати. Сейчас на каком-то покупателе кое-что сделаем. Меня кое-что попросили, кое-что интересное сделаем. Дальше. Заходим, заходим, заходим. Так, ага. 17 центов. Сейчас пока не будем, потому что еще не закрытие. Много покупателей нам надо обслужить. Так. Вроде почти никто не ругается на цены. Я надеюсь. Надеюсь, что никто пока не ругается на цены, и все у нас будет хорошо в этом плане. Вот эта покупка 170. 0,5. Вау. Спасибо. О, сколько роллов-то у тебя? Сколько? Большие суши 3 штуки по 78. Большие суши 26 долларов? Это дешево. Почему у меня такие дешевые роллы? А, ну да. Они ж супермаркет. Блин, когда будет доставка роллов у нас? Симулятор, слушай. Я бы такую поиграла. Ты берешь, закатываешь роллы постоянно. Звучит классно. Наличка. Карта. Ладно. 28,58. О! Сколько очистителя это тебе понадобилось? Думаешь, поможет? Так, кто-то ко мне подойдет с наличкой? Наличка. Наличка. Подойдите ко мне с наличкой. Там кто-то идет, конечно. Так, но я уже ничего не закажу, в том-то и прикол. Эх. Сложно теперь, слушаем. Очень сложно. Химия прибавилась, а места не прибавилось. Химия прибавилась, а места нет. Это пипец. Эх, надеюсь, у тебя есть наличка. Я хочу тебе... Отлично, смотри, у него 3,91. Знаешь, что мы можем сделать? Видишь, оно набирается, оно набирается, оно набирается. Была идея дать сдачу монеток до неба. Ну, до неба это, конечно, сделать. У нас есть потолок. В принципе, возможно, у нас, конечно, столько получится. Я не знаю, насколько у нас это получится, но башенка очень отличная. У нас получается ее не ронять. Подождите, подождите, сейчас. У меня просто мелочь мало. Сейчас, подождите, посчитаю. Вы ж не торопитесь. Ой, слушай, нет. Извини, не то. Можно еще вот так. Оп. Красиво было, чтобы красиво.
Чисто сейчас все его карманы будут просто очень тяжеленные. Ты ладошки подготовь. Ладошки. Или это, знаешь, как обычно любят класть на подносик. Просто вот так вот. И собирай как хочешь. Еще позади тебя, блин, очередь. И ты будешь собирать 200 минут эти все монеточки. Вот примерно такая ситуация. Но после тебя никого, конечно. Так что будешь спокойно собирать. Ну подожди, ну сейчас. Ну я понимаю, что это в шоке. Он как глаза округлились, и то, какие узкие были. Ну, мне надо от мелочи как бы избавиться. Прости, у меня просто больше нету. Я большие купюры сдала. Максимально сдала. Ё-моё, вот это башня. Фига я тут насчитала. Все хорошо. Будет с твоим ростом, ничего страшного. Сходишь в банк, разменяешь. Вот это башенка. А давай еще. Оп. Красиво, да? Он думает, ну ёпта, блин, сколько мне еще здесь стоять, ждать, пока это все накапает. Чисто по рублю сдачу, представляешь? Просто, ну не по рублю, тут по центу. Это еще меньше, чем у нас по рублю. Да. Ну слушай, я просто выиграла чемпионат по набиранию монеток в башенку. Я хотела перед тобой похвастать. Теперь готовь свои ручки, готовь все пакеты, что хочешь, забирай. Я думаю, надеюсь, он донесет. Блин, дорогие. Дорогие, злаки хоны бис. Злаки хоны бис, вот. Ого, подешевели-то. Ну, давай 5.09. О, а чё так мало наваримся? Давай-ка 13. Так, слушай. Ну, у нас почти все готово. А так свет не включаем. Почти мы накопили на новую лицензию. Почти. А, но у нас еще нет товара. Так что мы сейчас закупим. Надеюсь, купим лицензию. Большие суши давай-ка закажем мусаку. Большие суши мусака. Суши. Большие. Мусака. Мусака. Штучка. Две штучки. Мука можно, в принципе. Хумус. Хумус есть. Картошка фри. Картошечка фри. Заказываем. Ага. И вот в чем еще прикол. Я с этой химией просто потерялась. В самом-то деле. А, по 4 мне надо заказать туалетки. Туалетка. Туалеточка. Так, 3, 4. И вот это еще 3. Ну, ладно, вот так. Вот, это мы сделали. Дальше отбеливатель. Отстаньте. Отбеливатель. Раз, два, три. Раз. Раз, два. Раз. Раз. Ага. Дальше. Чистящие средства. Так. Чистящие средства. Ага. Это мы заказали. Чистящие средства. Так, ну слушай, это слишком много. Может, по две этих сделать, а? Что думаешь? Вот и не знаю, сколько полочек-то выделить на это дело. Эх, сколько полочек-то выделить на это дело. Еще можно отбеливатель заказать, туалетную бумагу. Так, посудомойка. Ладно, пока все вроде есть. А, молока вообще нету. Молока и сыра. Молока, сыра, кроме зеленого, яйца. Молока, сыр. Молоко, молоко. Молоко. Раз, два, три, четыре. Сыр. Так, эти штучки две. Вот это побольше и вот это побольше. Я говорю побольше. Побольше, как можно больше. Так. Все, хватит. Нам всего должно хватить. Все.
Зарабатываем денежку на новую лицензию. Давай. Надеюсь, теперь я буду нормальную сдачу давать. Ну, мне понравилось, слушайте. Ну, тут очередь длинная. Давай без этого. Это, конечно, весело. Но бедные, бедные продавцы. Только монеток нести до дома. Представь, как тяжело будет. О. О, яйца забыла. Я яйца забыла. Подождите, ребята, яйца забыла. Яйца, туалетная бумага. Яйца. Так, раз, два. Раз, 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 два. Туалетная бумага уже потеряна. Уже туалетная бумага потеряна. Давайте, ребята, быстрее носим туалетную бумагу. Если кто-то пожалуется, что товара какого-то нету, все, минус пол зарплаты. Что за дела? Чем занимаемся? Надо быстро работать, а не багаться в стенках. Угу. Угу. Я не поняла, что ты ко мне ходишь? Ребят, кассу закрываю, идите вон. Сергею Лазареву, что ко мне все идем? Не пойму. Так, давай-ка я туалетку пока принесу. Чтобы понимать, что у нас реально есть, а чего у нас нету на складе. У нас дыры, блин, большие. Никто эти дыры не заполняет. Мне это не нравится. О, я шампуня даже не купила, слушай. А, мыло для рук, шампунь. Мыло для рук, шампунь. Мыло. Шампунь. Пипец. Так, дальше вот это забираю. Кассы переполнены. Ну, блин, заходите. Заходите. Так, поехали. Все. Кто-то ругался. Вода слишком дорогая. Какая вода? Какая из воды? Это? Ну, вряд ли, слушаю. Да ты что, с ума сошёл? Какая дорогая? Я тут 2 доллара имею. Тут доллар 76 имею. Ты что, совсем? Дорогая она. $99 буду иметь. Вот так вот. Поехали. Угу. А то началось. Ажиотаж пошел. Так, 18. Тик-тик-тик. 45. Угу, туалеточка берут, конечно, для кого я выставляла? Естественно, для тебя, чтобы ты смог взять только туалеточки. Она очень важна, как же без нее? О, здравствуй. Не знаю почему, но игра не обновляется, но с каждым разом я вижу все больше и больше разнообразных покупателей, серьезно. Сегодня странные чеки какие-то, очень странные. Так, давайте-ка я мыло возьму. Хочу взять мыло. Вот. Подождите, ребята, я выставляю продукцию, и очень мало почему-то на полках. Не знаю почему, у меня что-то ленится кладовщики, походу. Кладовщики. Кто-то сделал замечание. Ну, не суть. Одно дело, одно и то же. Так. Что, вы тут прибавились? Ну да, прибавились, нормально так. Кто-то мне там говорили, что хочу ли я нанять, кстати, третьего кассира. Не, зачем? Зачем? Неинтересно же будет, куда мне надо будет вставать? Что мне надо будет делать? На кассе работать, ну это классно. Ну бы нет. А это было страшно. А это страшно, когда твой ИБПшник что-то там тикает. Вот это было страшно. Ладно. Хорошо. Страх позади.
Страху нет. Нет страха. Что это было? Похоже, скачок какой-то был. Так, 62. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Сколько покупателей, сколько продукции купленной. Потрясающе. Его 99, хотя там мяско дорогое вообще-то. Слушай, ты не забывай в комментиках, если что, предлагать какие-то идеи для ролика, хорошо? Я там все прочту. Новые идеи, это будет классно. Новая тема для ролика, потому что здесь контент и так зажатый. А если что-то прикольненькое будет, сделаем. Наподобие той же башни, из монеток. Но больше вряд ли. Больше не будем делать, это уж перебор. Можно модиков каких-то накачать, но, блин, не хочу ломать я игру. Реально. Потом и чинить будет сложнее. Удалять эти моды. Папки. Так, все, это последний. А ты... Все, касса закрыта, я ничего не знаю. Так, ага. Давай-ка заполнять это все делом. О, да мы можем лицензию купить, но у нас нету денег на остальное. Потрясающе. Так, сюда мы можем поставить. Сюда можем поставить, и вот сюда можем поставить. Отлично. Что это? Яйца? Большие яйца. Куда нам их? А, кстати, нам светильник надо купить. Ничего не видно. Хрен пойми, какие яйца здесь покупать. Да ничего не видно. А, вот тут должны быть средние яйца. Ага, все. Закрыто? Закрыто. Яйца выставлены. О! Так, это у меня где стоит? Ага, вот здесь вот чуть-чуть стоит. Угу. И вот тут вот не стоит. Ага, все. Тут у меня белый стоит. Хорошо. Так, это я вот сюда добавлю. Коробку можно выкинуть. Давай, бегим, бегим, быстрее бегим. О, мыло. Так, мыло, 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 мыло. Вот тут вот мыло. Отлично, идеально, просто влезло. Так, мне нужна белая большая бадья. Где она? Я не знаю, скорее всего, у меня ее вообще нет. У меня ее вообще нет, белой бадьи. А, мы ее сейчас даже и не закажем. Ладно, все, у меня там больше нет покупателей, клиентов нету, нет, все, хорошо, все отличненько. А, водка, сахарная пудра, соль. Водка, сахарная пудра. О, нормально, так нормально. Давай-ка 89. А, водка. Нормально цены выросли. Давай-ка на 79. Оп. И соль. Я, кстати, соли не купила. А, да, нормально. Сойдет. Так, я, кстати, соли не купила. А вот соли, кстати, не купила. Давай я куплю отбеливателя. Беленького. Вот пару боди. 4, вот этого 2. А, вот этого пусть будет вот так вот. Это все. И у нас есть... Ага, если мы сейчас купим лицензию, у нас не будет денег. Блин, у нас денег с тобой не будет, слушай. Это плохо. Если мы сейчас купим лицензию, у нас нету денег на это. Блин, у меня полки пустые, что за дела? Мне не нравится это, почему? Давай срочно заполнять это дело все. Давай, 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 давай. Угу. Так, хлеб надо? Хлеб не надо. Рожки, паста. Так, рожки не знаю, вот это надо. А, рис не надо, мука надо. Мука надо. Мука надо. Мука надо. Угу. Что дальше? Что дальше? Масло. Масло.
Кстати, насчет вот этого масла я даже не знаю, пусть будет. Так, яблочный сок. Сок. Две штучки. Ага, и можно один апельсин. Пару соусов. Сода. Можно разные. Одна, вторая. Сверху, в принципе, пока не буду покупать. Так, соль нужна. Еще соли надо взять. Так, арахис. Арахис, мед. Сахарная пудра. Арахис, мед. Сахарная пудра. Так, раз, два. Раз, два. Угу. Это еще. Дальше, что у нас тут? Злаки имеются. Кофеечка, чаю. Кофе, чай. Кофе 3. 3. Это возьмем. Это мороженое. Так, теперь чаю надо заказать. Чаю нет. О, боже мой. Вот когда уже будет у меня какой-то товаровед, который будет сам ходить это все покупать? Когда? Когда такое счастье мне упадет на голову? Эти штуки надо заказать. Не знаю, как называется, не помню. Эти штуки, йогурт, крабовые палочки. Йогурт, крабовые палочки. И вот та штука, по-моему, это медальоны или что это за хрень? Гребешки. Ну, рядом. Рядом, в принципе, рядом. Яиц у меня дофига. Молока есть. Сыр заканчивается. Туалетка. Туалетка. Отбеливатели. Туалетка, туалетка, отбеливатель. Туалеточка, туалеточка, отбеливатель. Вроде я все купила, давай выставлять. Что у нас есть, давай выставлять. Пока они спокойно справляются, я им помогу все выставить. Так-так-так. Пройдусь, все выставлю. О, у меня одна штука осталась. Бери, 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 бери. Коричневый сахар слишком дорогой. Зараза такая. Классы заполнены. Подожди, у меня еще коричневый сахар дорогой почему-то оказался. А чего дорогой? Нормально. Нормально. Давай-ка 65 сделаю. Ну, господи. Давай вот так вот сделаю. Кто? Скажи еще. Еще скажи мне на ушко, шепни. Шепни мне на ушко, пожалуйста, что тебе не понравилось. Я никогда не узнаю. Я никогда не узнаю, что ему не понравилось. Я потеряна, все. Мы зря прожили эту жизнь в супермаркете. Теперь у нас все потеряно. 83, 86. Так, что за большие покупки пошли? А? А, ну ладно, заходите. Блин, касса заполнена реально. Окей. Что? Больше ничего нету. Что за баги уже? Уже какие-то баги, представляешь? Ничего не было на кассе, он стоит, ждет. Ладно. Так, точка 22. Угу.
Все, я тебе больше не буду сдачи давать. Мелочи нету. Просите сколько хотите, больше не дам мелочи. Он, наверное, снова за мелочи пришел. Наверное, собирает, коллекционирует. Опять там что-то сказали. Походу. А, касса заполнена. Блин, я стараюсь, я быстренько. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас будет, смотри, скорость света. Я работаю со скоростью света. Ага, перебор. Перебор, все, недобор еще будет. Так. Угу. Еще такая идея мне пришла, слушай. Просили, как я и говорила, обокрасть всех. Если тебе нравится такая идея, мы можем остаться одни, убрать своих кассиров и реально попробовать всех обокрасть и посмотреть, что будет. Повяжут меня или нет? Ну, думаю, это пипец. Мой магазин точно закроют. Очень страшно звучит, но очень интересно. Если идея нравится, пиши в комментариях. И не забывай, пожалуйста, про свои лайкосики. Мне кажется, очень-очень многие забывают. Понятно. А я грущу. Фига, сколько значит тебе давать. Так, 71, 35. Угу. Я хотела сейчас закрыться, но понимаю, что как бы не а. Люди идут. Люди все еще идут, и они не заканчиваются. Кассу не закрыть. Давай. Так, 35. 10. Все. Я больше никому не нужна. Ладно. Так, мистер Пропор. Никакой рекламы. Так, пошли. Оставим все, что надо здесь. Подождите, подождите. Я выкладываю товар. Подождите, можно еще его сюда добавить. Пропора. Так, туалеточка, туалеточка. Чем мы его выставим? Бери, бери туалеточку. Сейчас я еще поставлю. О, с одного стеллажа берет туалетку, потом с другого стеллажа берет туалетку. Подают. 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 Так, спокойно. О, красиво же, когда все. Все стоит. Полки не пустые. Красиво же. Красиво же. Красиво же, блин. Вы че, совсем что ли? Красиво же должно быть. Что это за дела? Почему у меня полки пустые? Господи, у меня половина полок пустые. Вы что, охренели? Чем вы вообще занимаетесь, ребят? У меня полки пустые. Я кому вообще плачу зарплату? Себе? У меня что, хлеб закончился? Давай еще посмотрим. У меня хлеб закончился? Хлеб стоит, хлеба там нет. Ой, сердце мое. Ой, не переживу. Все, касса закрыта, ничего не знаю. Капец. Теперь надо ходить, это реально вместе с ними пополнять, потому что они, походу, не успевают. Товар, у нас количество товара увеличилось, и они, походу, не успевают все разносить. Очень странно. У меня выключился очиститель. Значит, выключился свет. Но это горит. Что происходит? Что в доме происходит? Я не понимаю. Что за барабашка? Что случилось? Я не поняла. Ладно. Это очень интересно и очень непонятно. Хорошо, мы обсудим это позже. С тобой. Да. Странное дело, нам надо это с тобой обсудить обязательно. Угу. Крышу уже едешь, понимаешь? Вот работаешь в этом магазине, просто как пчелка бегаешь, и уже крыша просто едет. Походу, не только у меня, еще и дома. Так, что взять надо? Выставить. Посмотри, ну, полки пустые. А я все заказываю, думаю, склад полон, значит, у меня товар есть. Да у меня голые полки, у меня ничего нету, совершенно ничего. Максимально ничего у меня нет.
Просто бомжатский супермаркет. Ничего нет. Ни одного почти продукта нормально нету. Все кое-как, отрывками стоит. Ну, нормально, нормально. Сюда тоже выставь. Муки нету синей. Что у меня тут есть? Синяя, вон куча синей муки. Ну ёпта, блин. Геннадий, туалетка. Жора. Колян, вы чё, охренели? М? Вы чё, офигели? Мне вам реально вам что-то зажать? Я про зарплату. Если что. Мало ли. Вот. Кто это будет все выставлять? У меня сейчас склад, по идее, должен быть уже пустым. Вы понимаете? Он должен быть уже пустым. Он у меня не пустой. Почему? Почему у меня не пустой? Ага, посудомойкам. Посудомойчиком, посудомойчиком. Так. Давай-ка я вот это вот все выставлю. Я хочу это сейчас все выставить. И, наверное, мы уже тогда в следующей серии спокойно сможем купить, кстати, лицензию и заказать товары новые. Получается, у нас там, скорее всего, холодильники будут. Блин, холодильники это немного проблемно. И холодильников просто места не так много. Блин, почему не добавляют товар тот, для которого у нас места очень много? Ну, серьезно. Добавляют только тот, который нам прям ну, не надо особо. Так, холодильники. Если что, сюда мы развернем, влезет раз холодильник, возможно, два холодильника, например. Два холодильника влезет, окей. Два влезет, третий, там, четвертый влезет, хорошо. Три-четыре холодильника влезет, четыре холодильника влезет. На крайняк сюда запихаем еще один. Кстати, я так и не купила. Я так и не купила освещение свое. Ну, ладно, давай-ка на этом приостановимся. В следующей серии мы пойдем уже за новой лицензией. Новые товарики, новая перестановка и тому подобное. Так что спасибо тебе за лайкосик, комментарии, за твои подсказочки, предложения, новые идеи. И все, все ссылочки в сети в описании канала. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующем ролике, чтобы не пропустить. Все, всем пока-пока.